26, да? 26 на 10. 26 на 10. Впереди там, чуть меньше, да? 26 на 8. Так, друзья, ну что? Сейчас мы обойдем. Тут у нас уже протоптанные маршруты. Известные, уже можно идти смело. Ноги давно мокрые. Сейчас будет экшен. Просто четкий аппарат. Без блокировок. На одном ведущем колесе диф срабатывает. Не-не, то ты не... Попробуй назад уехать. Назад попробуй. Потолкни его назад. Давай назад. Блин, копнул уже яму. Подожди, я иду тоже. Сейчас вдвоем. Давай вдвоем мы поможем. Стой. Чуть вперед давай, чуть вперед. За бампер тяни его. Назад. Куда? Назад. Назад давай. Блин, накопал уже, накопал. Копнул яму глубокую просто. Давай, я помогу. Давай, втроем. Втроем давай? Давай. А где ты был? Я там. В лесу? Не, повис уже. Колесо в воздухе. Куда, вперед? Ну давай, попробуем. Не знаю. Так троса ж нет. Ручная лебедка. А он еще и заглох. Зато тихо птицы поют, класс. Раз, еще раз, раз, раз. Сколько нас человек? Семером. Ёханый бабай. Ручки приварить осталось, чтобы носить его. Стой, стой, чтобы он в ту яму не упал. Стартер вышел из воды. Заводись. Не, ну какие-то варианты надо было делать. Ты щелкай, он стучит. Давай, да, да. Давай, сейчас починится. Интересно, Маск смотрит наше видео или нет? Ну машины-то ему понятны. Ты чаще клацай, а ты чаще стучи, он заведется точно. Давай. Не, не клацай, сейчас я там позамыкаю. Позамыкаю. А мы тут только на поле вообще. Насколько хорошая машина. Его не хватало просто завести. Ну крути уже нормально. Так, там огонь идет уже, искры идут. Аккумулятор подсел, наверное, или нет? Нет, здесь стартер, ни одной воды набрал. Замкнул, да? Да. Вообще не хочет. Слышишь? Блин, они в обе понижайки. Если поставить через месяц, заберете, когда вода упадет. Да не, ты что, его разберут на запчасти. Ты знаешь, почем запчасти на эту машину? А тут металлолома рядом нету, блин. Кто сюда кинул? Она как раз по дороге. Ближайший металл. О, да, 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 да. Проверни движок. О, теперь втягивающая. Не, втягивающим теперь перемкнуть отверткой надо. Миша, теперь отверткой. Стой. Починил. Починили. Это фантастика. Все, сейчас поедет сам. Какой сервис у него? Специальный человек вытирает окна. А теледок не работает. Пом-
помогай. Яму выкопал, наверное, уже. Стоп, назад! Блин, как в стену там. Вправо рули, вперед! Помогай, помогай! Право руль, право руль! Сейчас чуть-чуть, вот так вот. Цепляет. Оп, назад. Назад! В яму провалился! В свою же, да, не надо туда было ехать. Стой, 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 не копай, стой! Ровно руль поставь. Все. Газу! Газу надо было на корпус еще. Да надо знать. Открой окно правое. Чтоб слышать, что делать. Стоп, стоп! Стой, помогите ему, чтобы стартанул назад! Газ пол и назад по максимуму! Блин! Там яма какая-то жесткая. Пробуй руль вправо, вперед! Красиво. Да так не прыскает. Не, назад теперь. Не, не туда руль, не туда. Ровно, вправо руль, вправо руль. Стой. Ровно руль поставь, ровно. Все. И полный газ назад, полный газ. Блин, раскачивать надо. В яму в свою упал опять. Это надо всем вместе теперь. Газ, газ! Та же тема опять. Блин. Геленваген приехал? Еще Геленвагена нам не хватало для полного ассортимента. А какой? Черный, да, наверное? Черный такой? Не, камуфляж. Да? С лебедкой? 2.8 моноинжектор, то есть джетроник. Кае джетроник. Он у нас есть. О-о-о. Какой красивый. Давай, давай. Да он не застрянет. Да не, у него блокировки. Геленваген. Лебедка должна была быть тут. Витя, это ты? Какой трос? Буксировочный? Для запорожца? А, это тебя просто привезли или что? Не-не, туда не надо. Не-не, туда не надо. Туда нет. А это вообще все
Как четыре? Всего три бывают в машине. Он хочет ехать красным этим. Да? Да, человек, серьезно. Так надо динамика. Что прямой, что скрученный, нет. Одинаково рвались. Показал место, куда надо ехать. Если я сейчас начну бить в интернете, чем вытащить тяжелую технику, будет только экспресс, Михалыч. Да? Да, Михалыч уже... Не-не-не, не так. Бей Ми-26. Аренда Ми-26. Алло, да. Так, ну что? Дозвонил, едет. Так лучше баржу подогнать с этой стороны, да? А, кстати, баржа, да, это дешевле будет, наверное. Точно. Вот так, да, да. Едет икай. А, уже зацепили. Гелик. Хорошо. Пробуй завестись, когда потянет. Но не сразу, когда потянет. Потому что он поклацай, может, заведется. Номер скинешь мне эвакуатор или эвакуатор? Не, гелику сложно уже. Но он свою миссию выполнил уже. Или так, или так. Да, или так. Вперед, дай, вперед! Понял, понял, конечно. Ровно руль! Вперед едет. Дай назад поедет сейчас. Развернись там! Там развернись! Все. Да едь, едь, не останавливайся! Все уже! Не останавливайся! Ну что, Витара? Витара, давай твой выход! Бобер сидел хорошо, но он выехал. Он на Пельсадорах, да, Бобер был? Нет. Нет, а кто-то... На Гудридже. Ровно руль! Ровно руль! Ровно руль поставь. Блин, просто руль надо поставить. Стой, стой! Ровно руль поставь, влево руль поставь ровно, и ты выйдешь. Все, поехали. Еще ровнее, чуть-чуть сюда еще руль. Все, все, стоп. Чуть-чуть влево еще руль, влево, поехали. Попробуй вправо, вперед. Ну, гелик это серьезный агрегат, я вам скажу. Красиво тут. Вот это мочит. Ровно руль поставь, ровно поставь. Еще влево и выйдет он назад. Еще влево. Чуть-чуть вперед. Стоп, стоп, стоп. Влево руль немножко. Почти уже. Хорошо. Вот это аппарат. Блин, 2,8 как крутит, да? А как блокировки работают? Это фантастика. Ну так как, 100% это... Это ж немцы делали, это тебе. У него крыша круглый, люк для пулеметчика, крыша круглый. Это военный. Он очень бар. Но это ж тебе не. Военная версия. Смотри, это наша версия. Вот, прямо. А это уже немецкая. Доработана. В тюнинге. Так он еще утяжелен, если снять багажник с лестницы, он бы не застрял вообще. Красавчик вообще. И шины слабенькие, а блокировки, моторчик. Хорош! Решает. Так он и крас, наверное, вытащит. Видите? А? Так он и крас, наверное, вытащит. Он и говорит, я сейчас тебя вытяну. И вот второй на Виталии такой же. Такой же интересный, походу. Ну давай, поедем сейчас.
Только быстро не едь, чтобы его не укачало. Витя, отходи, Витя. Клиренс позволяет. Давай потолкнем. Ой, не ройся, не ройся. Давай потолкнем запор, потолкнем. Ой, подожди, стой, подожди. Не зарывайся, назад. А он назад выйдет. Давай его толкнем, давай. Толкнуть надо. Ноги, осторожно, ноги. Это жестко. Да, он капот вытирает. Сразу толкача заводись. Заводись! Ты шо, как он работает, я влюбляюсь по нему. Сейчас пойду торговаться, пускай продает. А заводиться надо было, пока тянул. Да. Все, пошлите костер палить. Пошли. А, Нива. Поехали. Не, ну на красе шины. А Нива же еще, а? Нива. На красе шины долго горят. Гелик сел, да? Да. Гелик сел, пацаны. Пацаны, все только начинается. Час Витары. Час Витары все-таки настал. Ура! Ура! Так, а как человека надо перенести его, глянь, вот в кроссовках? Да все нормально. Давай, садись на меня, садись. Давай. Скажи, ты на Offroad UA ездил, да. Садись. На, Витя, на камеру стой. Давай. Я подписчиков на руках ношу. Стой, стой. Да и... Ложи его, подписчик пошел, ушел лесом. Лесом от тебя подписчики отписываются, эти камеры. Ушел лесом, я его хотел подвести. Гляньте на Ниву. Нива, Нива пошла. Он уже дорогу тут запоминал, изучал. Все. Залился. Сейчас придем. Не, ну сегодня Чермет Трофи просто такой четкий, блин. Ты посмотри, он изучил дорогу просто. Все. Это было последнее. Ну феерично, феерично. Не, ну красиво, что тут скажешь? Ну что? Все? А? Заводит? Залило все. Нет, завтра заведется. Ну тут уже рядом лагерь, выходи, пойдем. Гелик застрял. Я сейчас буду сушить. Ты пока суши его. Гелик застрял, сейчас. Идем, там пацаны уперлись. Воняет сцепление, я слышу запах сцепления. Что тут происходит? Ёханы бабай. Давай. Стой, стой, стой. Стой, вот так руль пусть стоит, не шевели рулем. Подожди, сейчас все вместе. Давай, пацаны. Давай, давай, давай. Не, уперся, ну Витара не поможет. Давайте Витаре дадим шанс. Можно? Дергнет он? Мы уже знаем. Мы же... Слышишь, сейчас заведем запорожец, и он тебя выдернет. Да. Ты сможешь дергнуть? Вовка, ну, я заведем, то тебе есть трое? Так, Нива завелась, ну. Ага. Да. Смотреть не хочет, я посмотрю дома, сбивать. Нормальные люди так и делают. Подпишись на канал вот таких вот дураков и смотрят. Говорит, подписывается на канал таких дураков и смотрят, никуда не ездят. Сейчас будут всем за экспресс пошлять. Ну пощелкаю, я пошлю. Давай я, подожди, у меня рука легкая. Отец, дом падает. Готов? Да. Подожди, не той рукой. Машину упал. О! Машину подпал на ней. Да, да. А он... По втягивающему стучи.
Вон, уже близко зараз. Красиво, в натуре. Вообще круто все так реализовано. Надо думать, перегибривать надо. Понятно. В голове я не знаю, как бы сделать. Можно коробку от маленькой раздать с приводом отбрать. Номерки варят. Ну да. А замкни втягивающее, само втягивающее замкни, потому что уже оно крутится. Что там с Геленвагеном? Ёлки-палки, там Витара исполняет, спасает Геленваген Витара. Офигеть, это был ее звездный час. Что происходит? Это жесть вообще. Подожди, подожди, я иду уже. Тут, короче, меня снимать со стороны. Давай, готов? Втягивающее надо бить. Так не, а. Да, бить надо? Воно не может. Иди ты, твой выход, давай. Я к нему. Блин, что-то воняет. Это же я подпалил, уже втягиваю. Давай. Ремонт идет просто не, не. Давай, может, толкача заведем, пацаны. А? Ну сейчас гелик приедет. Давай, пробуй, пробуй. Блин, тут огонь идет, искры летят. А искры, как тучи, летят. Сухие, ну не класс. Ну столько топить его. Искры валят вообще. А сейчас гелик заведет тебя. Может, столкача там заведет. Ну, за ямы приедем и там. Да, ты надо было сразу там пробовать. Я боялся, что он тогда меня не потянет. Так, потянет, ты бы завелся и помог ему. И тут бы он не застрял тогда. А так, позор, Витара тянула гелик. Ну, это вообще жесть. Давай одной рукой. Как ты умеешь. Как приятно его толкать, слушай. Вот бы так раз пошел. Пацаны, подождите, не расслабляйтесь. Так, Нива там продолжает борьбу неравную. Пробуй, заводи, заводи, заводи. Ёлки-палки, это жесть. Заводи! Все, осталось Нива. Тут два бойца. Очень жестких. Горит, да? Эвакуация опять едет. Блин, застрял на том же месте. Что ж такое происходит? Витара сейчас покажет опять дубль 2. Не, проехал. Почти. Как его так делать? Я в восторге. За счет блокировок, видите? Сзади мостом цепляется. Блин, Запорожец тут проехал, блин, реально. Надо просто не в по колее ехать, а мимо. Все, уехал, сдался, наверное. Это такой маньяк, что не сдастся. А? А когда последний раз там у него проезжал убить? О, новые методы пошли, новые технологии. Лебедка заработала, ты тут. Гелик новую траекторию взял. Крутая машина. О, правильно, правильно, вот. А, там новый пилот какой-то, жесткий, да? Какая у него машина? Любитель. Витара? Витара, Ладик. Заднюю блокировочку включи, заднюю, она выйдет. Она включена? Нет. Как, у тебя крутится? Нет. Заднюю можешь включить? Рости, как заднюю блокировку включить? Включить? Да. А включи-выключи, что-то не сработало.
Назад дай. Все, про. О, поехал. Не работает. Влево руль, влево руль. Не включено, не включается заднее. Не работает заднее. Воздух надо прокачать. Забыл Ниву, подожди. Нива завелась. Ти, давай подтянем. Все, на Витаре так не покатаешься просто. Дайте человеку отдохнуть. Витара что, на гелик выдернула и на парковку, правильно? Давай чуть назад, да? Во, чуть назад, делай. Вправо рули назад, потихоньку только. Вправо до конца. Тронься, давай, мы верим в тебя. Все, хватит. Ровно руль поставь, только ровно, да. Еще. Ну давай. Давай. Поехали. Давай. Куда-то он поехал не туда. Блин, чувствуется, что на чужой машине, да, жестко работает? Нормально. Блин, ребята, единственные, кто откликнулся. В двух группах СОС мы написали. И два человека откликнулось. Один на Витаре, второй на гелике. Оба без лебедок, ну, помогают, спасают. Борются. Стоп! Газу! Стой, ему там надо выйти. Все! Стой, отходи. Все, пошел. Ой-ой-ой. Пошла Нива. Что с шноркелем новым таким оригинальным. Красиво пошел. Все, машин пока нет, можно передохнуть минут 20. Когда Михалыч будет? Выехали машины. Прекрасно. Через час надо выехать на асфальт встретить, а не на эвакуаторах ездить. Я понял.